Друзья, всем привет! У нас сегодня внеплановый выпуск небольшой. Ну, сейчас на дворе межсезонье, немножко скучновато, грустновато становится просто сидеть дома и ничего не делать. И мы все-таки решили в этом году еще успеть зацепить погоду и еще разочек проехать по воде. На самом деле, сейчас за окном минус 3 градуса уже, и вот мы вчера целый день ездили, смотрели, большинство озер уже замерзло, и там лежит лед, и как бы, ну, нереально там проехать. Но все-таки вроде нашли одну локацию, где можно попробовать это сделать, и сейчас мы двигаемся туда. Вот посмотрите, что за окном происходит. Мы, как всегда, не теряем уверенности, да, и позитива, и думаем, что все будет круто, как всегда. Приехали мы на озеро. Как видите, оно тоже замерзло. Там где-то приблизительно сантиметр-полтора льда. Мало того, что можно в нем повязнуть, когда поедешь. И это еще на самом деле немного опасно для здоровья. Этот лед может слегка меня повредить, так скажем. Здесь точно не вариант. Сейчас в оставшееся время поедем еще на одну локацию. Но пока что шансов как бы не очень много уже остается. И по времени, и вообще, не знаю. Сейчас посмотрим. Друзья, в общем, мы на месте. За моими плечами озеро, по которому мы сейчас будем кататься. Мы уже здесь все проверили, подготовили место выезда, поднакопали туда немножко песочку. Проверили каву. Последний раз я на ней ездил довольно-таки давно. Я немножко волнуюсь, переживаю, но надеюсь, что все пройдет хорошо. В планах сделать пару проездов прямых с этого берега на тот. А если все пойдет нормально, тогда мы уже будем там поворачивать, ездить по озеру. Поэтому погнали. В общем, ребят, я не знаю, что сегодня происходит. Сначала мы приехали, у нас замерзло озеро, потом у нас здесь были приготовления, не подходил берег, не заводился мотоцикл. Потом он завелся, мы начали ехать, появилась утечка воздуха, мы сейчас по-быстрому ее устранили, потом у нас оторвалась щека на глушение аварийного мотора. В общем, сейчас время уже 4 часа, осталось у нас буквально полчаса времени, сейчас попробуем вот в попыхах что-то как-то организовать. Сегодня, в общем, все максимально туго проходит. Обратный въезд в воду, это было эпически. Тут идет, получается, берег, и он градусов по 25 упирается в воду. Разгон там надо делать по дуге, у меня сразу все эти мысли полетели, короче говоря. И я, когда второй раз уехал в воду, я решил, нет, хватит с меня этих заездов, надо уже ездить, короче, кругами. Я там немножко повзбадривался, поповорачивал, но очень холодно, у меня тут же замерзли ноги. Руки, в общем, насколько меня хватило, я проехал. Но все-таки мы это сделали, сейчас едим, пьем чаек. Вот, и все прошло круто. Ваше здоровье. Да, друзья, в любом случае, как бы, подписывайтесь на наш новый канал, ставьте лайки. Вверх-вниз.